Сняли слой асфальта, начали менять бордюрный камень. Одна полоса из-за работ перекрыта, поэтому утром здесь бывают заторы. Ремонтируют небольшой участок Весенний от высоковольтной до Чкалова. Работы только начались, но продвигаются очень медленно. Сложно ходить по этим дорогам. Главное, что мы вот ждем, что до конца сделают улицу. Уже стоит, наверное, неделя там в конце нашего забора. Вот у забора ждем, вот, чтобы засыпали яму. Где были ямы, видно даже после того, как слой асфальта сняли. Местами остались размытые выбоины. Жители боятся, что асфальт рабочий придется укладывать в дождь, и новое дорожное покрытие быстро придет в негодность. Одну половину закрывает, другую открывает. Неудобство. Ну и потом есть такие извилины. Я думаю, эти дороги в скором времени разрушатся вновь. Поэтому качество на данный момент, они... В хорошем состоянии. Через год, я думаю, будет там опять яма. В таком же печальном состоянии соседняя улица Чкалова. Однако не ремонтировать ее, не заделывать ямы здесь не спешат. Вся дорога на улице Чкалова в выбоинах разной глубины и размера. Жители надеются, что до ремонта улицы очередь дойдет в следующем году. Дина Ислеева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».